Вперед, правый. Левый, вперед, правый. Давай. Следующее упражнение. Ноги в этом положении. Делаем. Левый, правый. Левый, правый. Левый, правый. Левый, правый. Делаем. Почему ты не делаешь? Ты даже не стараешься. На таз не надо сидеть. Ты даже на колене сидишь, на таз надо сидеть. Следующее упражнение. Взяли ногу. Тянем ногу на себя. Стараемся, берем отсюда. Вот встали, поднимаем. Окей. Ногу поменяли. Тоже так же тянем на себя. Максимально давай. И поднимаем ногу. Хорошо. Сейчас будем лежать в прессе, дети. Вешать, да, наверное, прессе. Вставляем локоть. Держим вот так. Готовимся. Колено не сгибаем. Пойдем, пошли. Руками не помогаем. Колено не сгибаем. Поднимаем ноги. Ноги поднимаем. У нас знаешь, что было? 3 минуты держим. Бывает 5 минут. Кто ногу поставил, и за него еще минуты. 3 секунды. Блин. Надо вам 10 минут вот так держать. Вам хорошо попал. Добрый тренер. У нас... Я добрый. Ну, ногу поднимаем. Локоть. Коня сгибать не надо. Эффекта не будет. Опас. Ну что, руку бери. Ты думаешь, нет? Мне тоже больно. Давай держим. Вставляем. Пошли катамаран. Катамаран ноги не вставляем. Катамаран. Опять держим. Держим. Эти ноги не вставляем. Сейчас поворачиваться на правый бок. Не вставляем ногу. И делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Поворачиваем на другой бок. Делаем. Раз, два, три, четыре, пять. И вставляем ногу. И сейчас 10 секунд. Вот так. Руки вперед. И держим. Держим. Посмотрим, кто сильно. Давай. Держим. 9, 8, 7, 6, 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5. Да что это, я не помню. Да я тоже не сказал, что там. 10. Смотри сюда, чтобы был эффект. Сейчас делаем гармошку. Как правильно делать? Раз, два. Пошло 20 раз. Да, пошло. Что мне даже? Ты сам делал. Поднимаемся и пошел. Опа, давай. Делаем. Следующий упражнение. Руки назад вытаскиваем. Плечо. Разменяем плечо. Давай, дети, давай. Догоняем стрей. Корпус поменяли. Корпус понял. Плечо поменяли. Давай.
Хорошо. Следующее упражнение, дети. Легли на живот. Открываем руку. Смотри сюда. С одной ногой. Достаем руку. И другой ногой вот эту руку. Давай. Вот. Левый. Правый. Левый. Не мешай. Усе. Шевый. Усе. Правый. Левый. Руки. Правый. Во. Потом все это положение достаем вот так. Вот. О, поднялся на руку, на лоб, левый. Делаем одно упражнение. Сейчас сделаем левый тоже. Правый. Планку держим, готовимся. Я не понял, мама. Планку готовимся. Умеем планку держать? Да. Минуту сможем держать? Да. Готовимся. 2 минуты должно быть. Давай. Ты же говоришь время, поэтому, чтобы время осталось. Давай, ну, все планку держим. У нас полчаса времени за показать. Я-то за полчаса можно крым поехать. Давай, держим. Сейчас еще ты не выходишь. Где? Ну, а ты что такое? Это что? Понимаем? Конечно, планка. Планка. Ну ладно, подними колено, что ты это? Нет, это кто? Вот это, у кого багажник такой большой? А он этот... Багажник опускаем. У меня один мешок есть, который на нас ограничивает. Ну ладно, надо, нет, мешка, все старайся. Колено поднимай. Ну расстань. Дети, багажник опускаем. Вот, начал хорошо. Ручной багаж сколько? 5 килограмм. Голову поднимай. 10 килограмм. На локтях. Надо туда, давай, давай, давай. Вот так, вот. Держи. Лицом туда смотри, балчи, вот туда. Руфат, я вижу. Тёма, вперёд смотри. Ура. Вот это, ма. Пускай колено. Усей. Кто там, Исмаил это? Или... Матери, молодцы, дети, наверное, я поеду, потом, наверное, свой тренер скажешь, что скажите, там больше этот дядя не приехал, да, помочь у вас. Давай, шею, качаем, вставляем, тяжеловесы, не обязательно ногу поднимать, вы можете полчаса на колени вот, а кто умеет, а где можете, все это положение. У кого же болит, травмоизнь делает. Аббас, у тебя позвоночник есть проблема, на коленках делай. Мне так удобно. Правый, левый, кружок делаем. Дей, давай, сейчас показываем. Чуть просто дальше от другого, кто у меня на голове стоит. Давай, показываем. Поднялись. Давай, стоим. На голове. Все. Кто у меня так стоит? Давай, показываем. Давай, все знают, все вот Влада. Опа! Даже давай. Я умею. Стоим, стоим. Я у вас лучше сидит, на голове стоят на руках. Я думал, они мягкие были. Они же на мой мягкие, не? У меня другом дали жесткие были. Мягкие. У нас есть тональ, у нас такой. Вот как сам есть цвет маты, но цвет друзей. Давай. Давай, даже тренер не видел. Есть. Опа, слышно, опа! Я сказал, нормально? Матея! Едь! Сейчас делаем забегание, делаем. Она покажет. Обратно. Знаешь, да, забегание? Да. Забегание кто покажет? Я. Давай. Покажи, все. Давай, Исмаил. А, Исмаил не знаю. Давай, Брахмана. Тёма, покажите. Влада. Влада, покажи. Раз. Ну и чё? Это забегание, что ли? Он просто тупит. Вот тупит просто. Сейчас Влад, вот, показал. Вот. Сейчас делаю вперёд назад уже. Пол вставай. И ты её сделаем. Опа, и сейчас вот отсюда и возвращайся. Я тоже буду. Всё, поехали. Последние минуты, давай. Усей, это бумага. Чай, пиццу закажу тебе. Можно?
Или что хочешь? Акебра. Акебра, да. Смотри. Дети. Может, умеете делать состойки? Да. Смотрим с нормально. Все. Сейчас Мина, почему не делаем мост? Дети, смотрим с нормально. Кто умеет делать, делает на первом мосте. Кто не умеет делать, мы ему помогаем. Держим за его пояс. Давай, Милан. Вот номер. Раз. Все. И потом он. Давай. Это очень умеет делать дома такое упражнение вам. Делаем со стенки здесь. Вот, стоим в этом положении, если у кого-то там нет такой гибкий свод, раз, и через стенку он спускается и через стенку поднимается. Дома. А сюда только подушку надо ставить, чтобы голову не ударить. Все. Делаем, давай, кто умеет, давай. Если нет, тогда через стенку идем, давай. Нет, не сам. Давай, хорошо. Спускаемся и поднимаемся. Через стенку поднимаемся. Вот, хорошо, молодец, молодец. Вот, хорошо. Давай, дети. Каждый для себя пару взял. Взяли пару. Ты куда? Ома, а можешь тебе этот, дадим опасно? Иди я туда, на новичку. А почему ты с сережками пришел? Снимай, этот нельзя. Это потом сейчас, кто тебя будет задевать, потом у тебя... Гейдар, ты возьми его. Вот сядь с ним, вот сядь с ним. Шею болит. Давай, ты его, пусть страховку делает назад. Сел. Почему? Давай. 2-3 минуты будем сражаться. Что ты сделал? Дай посмотри. Где сейчас? Здесь. Все, ничего здесь такого нет.